Спонсор данного ролика — магазин skinon.ru, виниловые наклейки и чехлы для гаджетов, в том числе и с тематикой Dota 2. Также есть собственный конструктор, с помощью которого вы сможете создать собственный чехол. Для подписчиков моего канала скидка 15% по промокоду в описании или же на вашем экране. Всем тепленький привет, с вами Агроморф, и сегодня нас школьники научат играть в Counter-Strike GO. Поехали! Внимание, данный ролик никак не влияет на выход таких же роликов про Dota. Если же вы поставили дизлайк, то я откушу ваш левый сосок. Заварит, а также Крэкс и Хипстер. И у меня новый микрофон. Я обычно не придираюсь к голосу школьника, но только представьте, вы играете в ММИ, и один из ваших тиммейтов говорит вот это. И у меня новый микрофон. Нет, ребят, рашить не будем, розовый. Мы делаем фейк А, ты идешь на Б. И у меня новый микрофон. В общем, вот, мы снова играем в Counter-Strike, и на этот раз не на Дидаст, а на Даст. Знаете, что я хочу первое сказать? Ну нихуя ж себе, какая информация важная! И возвращаясь к теме пятачка, его визг звучит точно так же, как и его голос. Да. А знаете, раньше, перед тем, как вы уснете, вам мама читала сказку или пела колыбельную, она мне до сих пор это делает, но это не важно. Вот представьте, вы засыпаете, и вы слышите вместо приятного родного голоса это... У меня скоро новый год. У меня почти весеннее настроение. А знаете, как его весеннее настроение сказывалось на его игре? Короче, мы еще поснимаем чуть-чуть Counter-Strike. Не потом перейдем на PlanetSide. No! Hell no! 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 И на этом их ролик обрывается, и мне снова пришлось спуститься в клоаку Ютуба, чтобы найти вам еще одного школьника. И я его нашел. И знаете, я первый раз сталкиваюсь с видео школьников по КС-ке, и они меня все больше и больше удивляют. Знаете, чем этот школьник хуже предыдущего? Первое то, что он играет на пиратке. Всем привет, с вами мистер Бал. И сегодня мы будем играть в CSGO на пиратку. Второе то, что он начинает видео с просмотра его инвентаря. Так вот, инвентарь. Сразу кейсики даются. Но их открыть нельзя. И третье, то что он играет против ботов. Ты лох! 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 Придурок! Наркоманище! Только тихо, между нами. Это был бот. Ну если серьезно, мне его жалко, потому что он, по-моему, захлебывается от своего счастья. Ну а следующий момент просто шикарен, такое впечатление, как будто он вышел на какую-то парадную. Типа, вот он, я, стреляйте в меня. Ладно, проверим, есть ли кто-то. Подожди, ты столько секунд думал, что тебе сделать? Ты просто кинул ложную, ты столько секунд думал. Да если бы там сидела собака с одной лапой, она бы тебя уже застрелила. Это точно. Знаете, я уже привык, что у школьников, которые играют в доту, руки растут примерно вот так. И я сейчас увидел, как руки растут у школьников, которые играют в КС. Он даже в упор не попадает. Ой, пацан, да, нормально. Блин! На этом мы заканчиваем. Это был пилотный выпуск «Школьник учит играть в КС». И давайте наберем 5000 лайков. И я сразу сяду за следующий выпуск. Я никогда не перестану благодарить вас за вашу поддержку. Спасибо вам. Самые лучшие комментарии с прошлого выпуска сейчас на вашем экране. Не забывайте смотреть прошлый школа гайд, а также не забывайте смотреть видео в честь 100 тысяч подписчиков. На этом все, с вами была Злая Водичка. Всем удачи и покеда.